что ожидаете от самого матча? Сколько болельщиков может быть? Какого результата? Надеюсь, максимальное количество болельщиков придет на наш матч. Может быть, как в стране, что слышали, и о сборной, что можете сказать? Северная Корея, закрытая страна, сильный соперник, интересный матч. Вот это что, первый гол приходит. 16. Просматривали уже какие-то матчи в тренинге? Мы из разных команд, сфоткайте нас. Можно меня с Викой сфоткать? У меня нет ни одной фотки. Красивые вы? Баньку разогреем. Баньку разогреем. Валь, мне кажется, вас там и греть не надо. 24/7 она нагрета, нет? Нет, мне говорят, что просто Юля начала, там вообще пипец. Там надо с подогревом. Там уже в мае, знаешь, начинается подготовка. Да, да. Солнышко спрашивает, вы готовы? А, вот а сейчас вы готовы? Нет. А вот уже смотрите, плюс 50 в тени, вы готовы? А это он типа по телефону? Нет? Да. Да? Ну можно с часами. А-а-а. Его можно без телефона, поняла? На память. А, все. Понял. Ты так и не заказала? Нет. Я думаю, нам так вот покажут. Разминки малые грани. Давно не играли, и вот эта скученность, она будет похожа на скученность в игре, в зоне мяча. И препятствование уже сопротивлением соперника, выхода на наше положение. Стандартное положение, и также Владимир Андреевич. Хорошо, девчонки, потихонечку побежали в центр. Хорошо, девчонки, поднимаемся. И на всех станциях работаем одинаково, и только на одной станции. То есть сначала лицом, поехали, оббегаем, чистота, правая ножка, обстучались, поменялись. Хорошо. Сложный в том, что эти углы, они мертвые углы для брата. Вот как у водителя есть мертвый угол, и вот ты не видишь обзор. А здесь бывает, что вот этот угол, он будет больше, даже если ты по центру останешься. А если ты сильно туда сместишься, ты откроешь ближний. А такого не должно быть. Мы должны как бы отвечать за то, что мы обязаны, и за то, что в дальнейшем. Просто она не всегда вылезает. Вот когда они гол забили, она вылезала. Набирай, я прям вот. С каркаса была. Хороший. Еще. Иди, 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 иди. Хорош. Что у нас будет? Хорош, Борис. Забрасываешь. Я закручу тихо. Хорош! Вот, вот. Наконец-то! Туда его на тебе туда. Вот. Да. На, туда. Да что ж ты будешь делать? Лен, давай, наконец-то. И я туда же. Смотри, девятку прям. Опа! Ты ёпарасоте! Эй!
Помоз! Качай галики рук, да, вон, называется. Да, ой, дай мне. Хорош! Я сказал, надо тут этот падающий камень. Это твой? Это мой, да. Нет, это Марина. Мой ряд. Мой, это мой. И мою. Хорош. Кто? Марина. Потом вы. Да. Что ты? Куда вы? Вратарю отдаете? Покажите. Что показывает? Лиз, готова? Лиз, тут в руки полетит. Давай. На тебе туда. И это правое. Стенку вставай. Хочу, нет, я не хочу стенку. Хотя бы скажите. Было сказано. Хорош созвал. Вот. Подожди, вот для закрепления. Подожди, Лиз. Тут с трех метров. Да ну вас. Давай. Автогол! Ну, лучше не прыгай! Надюха, отойди чуть-чуть. А. Как-то тут. Вот все. Нормально, ты слышишь, папа. Не хотел бы. Ты там больше играешь? Так, кто мне нажал? Так, хотите, сама наоборот, вот это вот так, что прямо на стоит один. Что за новая эмоция? Вау, new emotion! Я не в дзене сегодня, я не Ника Куропаткина. Давайте сейчас резинки порвутся.